Наконец-то в нашем чарте кто-то не с Украины. Следующие наши герои тоже явно уже не в роке, но и еще не в попе. Для тех, кто любит покрепче, группа «Градусы». Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Вот пока мы не добрались до первой строчки, вот на данном этапе вау. Потому что «Градусы» — это, как модно говорить, респект и уважуха, да? Кто-то на балконе повис. «Градусы» создали простые краснодарские парни – Роман Пашков и Руслан Тагиев. Потом к ним присоединились еще двое – Дмитрий Бахтинов и Виктор Голованов. Такой вот веселой компанией ребята засеменили к успеху. Если как бы переписывать сказки истории, то это «Золушки», «Золушки» вот нашего времени. Своей цели «Градусы» добились быстро. Сначала в 2009-м эфиры порвала композиция и режиссер, потом на наши уши обрушился сингл «Кто ты?». Но уж когда дело дошло до «Голой», мы поняли, что «Градусы» — это всерьез и надолго. Еще бы! Кому же не понравится, когда она голая по квартире ходит? Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь. Народное население несколько подустало от чего-то нечестного, когда, допустим, дают песню мальчику-гею, а песню про настоящую любовь. И вот он пыжится, поет, красиво танцует, прыгает высоко. Че же я не верю-то тебе, а? Что ты так любишь эту тетку. А тут мальчишкам абсолютно точно ты веришь, что мальчик кайфует, когда ты там с голой попой ходишь вокруг него. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. «Градусы» сегодня на втором месте нашего самого звездного хит-парада новых героев рок-попса.